Всем привет-привет! Час икс настал. 8 ноября в нашей группе «Зрим в корень» орхидейный на сайте ВКонтакте было объявление о том, что мы устраиваем конкурс с тремя призовыми местами. Также на моем канале было видео про этот конкурс, но оно было, знаете, битое такое. Вы не видели сами призы, потому что до них дело не дошло. Видео почему-то зависло на первой картинке со словом «розыгрыш». Ну так вот, кто хотел, кто собирался участвовать, зашли в нашу группу и посмотрели вот этот тот пост, где была фотография с призами. Итак, у нас три призовых места сегодня. Слева Минмару. Она будет посажена в керамический горшочек. Вот конкретно на этой фотографии она пока что еще в пластике. Вот. Первое место – это Минмару в горшочке керамическом. Ручной работы, глина дышит, тарым-парым. По центру у нас второй приз. Это Минмару в посадке в пластик. И там у нас что? Там у нас скорлупа кедрового ореха. Есть Минмару с верхним слоем из мха. В принципе, тот, кто выиграет эту Минмару, мы с ним обсудим, в каком виде отправлять. Минмару у меня как гуталина у кота Матроскина. Можно будет выбрать получше, покрепче, в другой посадке, тарым-парым. И справа третий приз. А вы думаете, он кривой такой? Мне тоже так кажется. Не, на самом деле он ровненький, он просто треугольный. Это горшочек из дышащей глины. В нем прекрасно развиваются, растут растения. Короче, что я рекламирую, сами все прекрасно знаете. У меня много посадок в такие горшочки. Ну что же, давайте вспомним, сколько у нас было участников. Ну я-то знаю, 193, я уже посмотрела. Короче, они все должны были сделать перепост данного объявления о конкурсе. Нужно было закрепить это место на одном из первых мест у себя на странице. Страница должна была быть общедоступной. Иные варианты я написала, тогда рассматриваться не будут. Ну и вы сами понимаете, что отправка победителю осуществляется за счет самого победителя. Об этом было в ролике, который анонсировал данный розыгрыш. Итак, смотрим, как у нас все это дело происходило. 409 комментариев, но это не 409 участников. Это там, блин, флуда полно еще моих ответов. Вот. Вот, поехали. Вероника Богданова, номер один ей достался, Елена Шулятьева, номер два и так далее. Давайте я сейчас покажу вам, сколько нас всего. Динь-динь-динь-динь. Да, заявку можно было отправлять только один раз, уточняю я. Лучше поздно, чем никогда. Итак, у нас 193 участника. Я делала промежуточный такой пост, в котором говорила о том, что желающих принять участие в конкурсе больше, чем репостов. Вот, значит, предупредила я, кто-то лишает себя возможности выиграть этот приз. Некоторые справились, некоторые так торопились что-то выиграть, что забыли, что нужно некие условия конкурса, да, соблюсти. Но, вы знаете, сейчас мы посмотрим, что нам скажет рандомайзер. Мне на него ссылку Ира скинула, я вообще-то хотела ей сам розыгрыш получить. Блин. Короче, вы увидели, да, 193 места. А перепостов у нас, сейчас мы посмотрим. А перепостов у нас 190. Вот, ребят, вот кто-то из вас, три человека, просто не сделали перепост. Очень будет обидно. Мы будем проверять, естественно, каждого победителя. Итак, для того, чтобы разыграть приз, нужно мне сейчас вот эту ссылку на наш конкурс. Так. Вот оно. Давай выделяйся. Та-дам! Выделить и вставить вот в этот рандомайзер. Та-дам! Готово. А мы сейчас разыгрываем первый приз. Это у нас... Так, первый приз Минмару в горшочке. Я не ошиблась? Нет. Мы выбираем победителя на основе репостов, ставим сюда галочку, и пользователь должен быть подписан на сообщество. Так, что, все? Можно жать? Та-дам! Елена Щербакова, первый приз Минмару в горшочке. Кстати, Елену я поздравляю, это все понятно. Посмотрите, участников 190, столько же, сколько и перепостов. А заявку подавало 193 человека. Вот так вот. Интересно.
Так, а можно отсюда перейти на Елену Щербакову? Сейчас мы попробуем открыть. В новой вкладке. Елена. Проверяем. Динь-динь-динь. Все. Я вижу наш перепост нашего объявления о розыгрыше. И Елена, участник нашего сообщества точно, потому что рандомайзер иначе бы ее не выбрал. Помните, мы галочку ставили. Ну что же, Елена Щербакова из Новосибирска и так далее. Поздравляю с первым местом. Так, а что нам теперь нужно сделать? Рандомайзер. Как отсюда теперь выйти, чтобы разыграть второе место? Та-дам! Обновляем. Ага. Вставляем сюда опять ссылку на конкурс. Оп. Количество призов ставим одно. И сейчас мы с вами разыгрываем второе место. Второй у нас приз. Это Минмару. Давайте я для краткости напишу в пластике. Хорошо? Потому что действительно второе место это не в керамике, а в пластиковом горшочке. Если победитель захочет, если второе место, да, кто выиграет, вот, я могу просто ему дополнительно, что называется, на коммерческой основе выслать горшочек, потому что горшочков у меня тоже, как гуталину у кота Матроскина. Проверяем. Ссылка на конкурс есть, второе место Минмару в пластике, конкурс на основе репостов, и пользователь должен быть подписан на сообщество. Победителя определить. Та-дам! Лидия. Ой, я не вижу ничего. Гимаева. Сейчас мы на нее кликнем. Где у нас Лидия Гимаева? Вот она. И проверяем, есть ли у Лидии закрепленный. Ха-ха, есть перепост. Отлично. Лидия Минмару ваша. Что мы дальше делаем? Рандомайзер. Мы снова обновляем эту страницу. Снова вставляем ссылку на конкурс. Она у нас по-прежнему висит на кнопочке Ctrl-V. Наименование приза. Третий приз. Горшочек. Так, горшочек. Количество призов. Горшочек у нас один. Отправляется победителю. Выбирать на основе репостов. Пользователь должен быть подписан на сообщество. Бла-бла-бла. Определить победителя. Екатерина Антоненко. Третий приз. Горшочек отправляется ей. Ну, отправляется ли? Хо-хо, мы еще сейчас... Я перный театр. Не туда нажала. Так, Екатерина. Антоненко. Липецк. Проверяем. Так, запись Royal Orchids. Ага, и вот на втором месте закреплена запись про наш конкурс. Пожалуйста, все три победителя выполнили условия нашего конкурса. Я всех поздравляю. Так, очень рада за вас. Я вас прошу в ближайшее время связаться со мной. Напишите мне, пожалуйста, в личку. И скажите, позволяет ли погода в вашем регионе отправить вам ваш приз прямо сейчас. Ну, Екатерина, вы же получаете горшочек. Вам по-любому морозы не страшны. Первые два места, отпишитесь. Первый у нас победитель был, по-моему, из Новосибирской области, да? Вот там точно холодно, вот это я точно знаю. Так, а кто у нас второе место? Второе место Лидия Гимаева. Откуда она? Сатка. Я сейчас пойду глобус найду, посмотрю, где этот город, и посмотрим, что у нас там за погода. Так, ребят, что-то, по-моему, отправки все остаются у нас до весны. Город Сатка, вот, Booking предлагает аренду. Город Сатка в Челябинской области. У нас сейчас дедушка на Урале. И он говорит, что у них там минус 27, он в командировку улетел. Короче, Челябинская область и Новосибирская область. Ждите своих красотулек по весне. Что-то я как-то сегодня, ну вот... Выбрала интересных победителей. Не что в московском регионе. Раз встретился, передал, все, руки отряхнул. И не несешь ответственность за ваше растение. Ладно, ребят, я шучу. Естественно, ваши растения будут в целости и сохранности. Сейчас я, кстати, вам их даже покажу. Пойдемте-ка в комнату.
Вот из этой вот группы Минмару мы будем выбирать вам по весне самых-самых крепких, самых, как сказать, пушистых, самых облиственных, самых кормистых. Вот, самых цветущих не обещаю, потому что, по-моему, нам еще цвести рано. Ну, короче, ребят, будьте уверены, что получите растение хорошо просушенным, в добром здравии. Я никогда растение с гнилью какой-то никому не посылаю. Вот, кто-то меня сегодня спросил под каким-то видео на Ютубе, а зачем вам так много Минмару, вы их будете продавать? Ребят, сложите 2 плюс 2. У нас есть группа ВКонтакте, группа для орхопомешанных. Все хотят Минмару, и у меня много Минмару. Чуете, куда я намекаю? На что я намекаю, куда я клоню? Короче, ребят, до конца мая месяца 2020 года вот это все мы с вами должны будем как-то разобрать. Раскупить, разыграть в лотерею, в конкурс репостов и прочие, короче, возможности мы найдем, потому что в конце мая мы с Бусей уезжаем на море, и, естественно, все вот это мы с собой не попрем. Все, мои хорошие, я еще раз поздравляю победителей. Свяжитесь со мной, пожалуйста, в личку напишите сегодня или завтра, и мы с вами все-все обсудим. Если хотите, мы можем прям с вами сейчас, ну и как сейчас, когда вы мне напишите, прям можем с вами устроить выбор ваших призов. Вот, и я могу прям сейчас уже посадить их в ту посадку, которую вы выберете. Форму горшочка, кстати, про горшочек. Форму горшочка тоже можно выбрать. Не обязательно прям выбирать вот эти. Сейчас я дело уберу. Опа. Вот есть круглый, есть треугольный, есть с разными рисунками. Короче, все на выбор победителей. Пока есть выбор, что бы этим не пользоваться, да? Все, мои хорошие, до связи. Всех целую, еще приду. Увидимся на моем канале. И не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте. Зрим в корень. Орхидейный. Вот такое название мы для нее выбрали. Все, всех целую. Пошла загружать видео на канал. Я думаю, что к половине восьмого вечера оно уже появится на канале, и я ссылку на него вставлю. Вставлю. В пост поздравительный на нашей стене. Все, ушла.